Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами главный хирург планеты Земля Антон Викторович, и сегодня я вам покажу, как надо делать операции профессионально. Итак, дозавершил в прошлом моем видео по Surgeon Simulator операции в операционной. Я занят. Значит, и теперь я доделаю операции в машине неотложки. Скорая помощь, как видите. Я уже делал 3 операции, вот первых, в стандартной версии игры, но так как сейчас Anniversary Edition, то стоит дозавершить начатое, скажем так. Как видите, операцию на глаза я завершил совсем плохо, на 2 балла. Но я постараюсь это исправить. Ну что, начнем? Начнем с Содома и Гоморру. Музыка хорошая, кстати. Довольно неплохая. Так, я пойду на пролом. И сделаю вот так. Немножко нестандартным способом. Сниму с него эти очерики. Вот. Вот. Все. Так, где обезболивающее? Где обезболивающее? Твою мать. Газелиста Шот за рулем. Ладно. Будем работать оперативно. Промах. Да ё-моё! Как же трудно определять перспективу, куда ты... Этот криворукий хирург ударит. Все. Так, отдыхай пока. Опа, а вот обезболивающее. А вот и обезболивающее. Подъехали. Ох, чертовски много крови я потерял. Точнее, потерял-то наш пациент, но позволил это сделать я. Как раз таки. Ну, хватай уже. Он не хватает, друзья. Вот. Все. Так, теперь бы еще как-нибудь... Теперь бы еще как-нибудь схватануть второй глаз. Отлично, отлично. Просто как мушкетер шпагой вонзил ему в глаз скальпель. Опять кровь. Опять теряем кровь. Чего крайне нежелательно делать. Так, друзья, вот теперь не выпускаем скальпель из рук. И бьем по затылку нашему придурочному пациенту. Почему придурочному? Да потому что нормальный к моему персонажу на прием не пойдет. Особенно трансплантация органов. Особенно на трансплантацию органов. Давай. Отлично. Отлично. Один глаз готов. И второй. Хорошо. Теперь надо в паузах, пока наш газелист Ашот вменяем. Надо резать глаза. Надо резать глаза. Тихо. Черт возьми. Нет, 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 нет. Черт. Твою мать. Как меня это бесит, ё-моё. Да, все, шприц мы... А может быть даже еще и достанем. Достанем.
Рано я начал паниковать. Глаза разлетелись по всему салону. Ну давай. Родненький. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Один глазик готов. Осталось сделать второй. Осталось сделать второй. И все будет в шоколаде. Как же это трудно, черт возьми. Это безумно трудно, друзья. Вы даже себе не представляете, насколько. Фух, да. Тут хоть бы на троечку сделать операцию. Уже не говоря о четверке или пятерке. Куда? Ну-ка, давайте попробуем старым дедовским. Ну-ка. Я ему только нос рихтую. И все на этом. Опа, 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 опа. Нет, 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 нет. Тихо, 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 родной. Тихо, 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 родненький. А шо, откуда ты меня везешь? Так. Все, операция уже будет на двойку. Я понял, потому что... У меня крови даже меньше, чем в моей предыдущей попытке оставалось. Тогда у меня было 1600 миллилитров. Я схватил там хоть что-нибудь. Ну, давай. Бери. Ох, бляха-муха. Да, зачем я только начал это дерьмо? Зачем же я начал это дерьмо? Взял? Отлично, молодец. Молодец. Теперь, как я пойму, что я вставил ему этот глаз, вот это беда. Вот это беда-беда огорчения. Ну, давай же. Так, давайте попробуем сделать по-другому. Давайте попробуем схватить его иначе, если вообще получится схватить. Он не хватает его. Он просто его не хватает. Я не знаю, как это еще писать. Цензурными словами. Вот, друзья, мало того, что механика игры совершенно отбитая, так еще и баги. И причем эти баги частично, точнее, иногда абсолютно полностью бывают фатальны. Иногда именно по их причине у вас не получается сделать операцию. Отлично! Хорошо! Накалываем, накалываем. Глазенку. Глазик, глазик. Ух, елки-палки, как его таращит, как его плющит. Видимо, турбулентность в нашей машине. Ну. Ну, потрясающе. Конечно, оценка не самая лучшая, но, друзья, я вам показал принцип. Все остальное делаете вы. Все. Окей? Поняли. Друзья, спасибо за просмотр. С вами был хирург планеты Антон Викторович. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.